Всем привет, ребят. Как у вас дела? А ты что снизу снимаешь? Вот так надо. Самая красивая. И правда лучше. Как же круто. Привет, привет. Сериалочку можно закинуть. Да, алло, привет, Надю, Катя. Да я нормально, да? Вася, да давай бери пол-литра, а? Чё, Саня не хочет? Саня, давай дуй к нам, а? Сейчас такое расскажу, вы просто закачаетесь. Правда, у меня осталось 5% зарядки, но я думаю, нам хватит. Пошла сегодня за хлебом и просто пи***ь. Как куклы из столицы примеряют лоб... Ребятушки, сидим, чилим, отдыхаем. Ты похожа на тупупи. Слышишь, мы просто отдыхаем. Кстати, я рассталась в колледж. Кстати, он сейчас эфир смотрит. Ой, какая неожиданность. Да, ребят, я живу одна, я не завишу от родителей. Доня, я пришла, ты кушать приготовила? Ма, ты чё так рано? Это да. Ой, у тебя свои такие. Какая пушистая. Можно потрогать? Да по-любому накручиваешь. И когда же они у меня станут длиннее? Задолбалась отращивать. Ну, подросли немножко. На 2 сантиметра. Нормально. Схожу я страшно. Опа, она Ты не представляешь, там такой дождяра был, что вообще пипец. А в тебя что, молния попала? Ха-ха, смешно. Надюх, а у меня тут сюрприз. Мне сделали укладку в салоне и выпрямление. Готова посмотреть? Давай. Так ничего же не изменилось. В смысле? Сука. Муси, муси, пуси, пуси. Давай. Юля, ты и так у меня худышка, кушай больше. Милый, я на диете. Милая, а где курочка? А, я ее еще вчера съела. А ты не беспокойся, дошики в нижнем углу. Сереж, какая жаркая погода. Согласен, такая жаркая, как и ты. Это не этот педик мне машину со второго этажа протаранил. Кальсон. А это не Людка алкашка, которая вечно в подъезде спит, а? Любимая, переезжай ко мне жить. Мы будем смотреть фильмы и кушать пиццу. Будем спать с тобой в обнимку каждую ночь. Ну ты долго там еще, а? Я по большому. Так, ну что, подвинешься? Опять раскидал. Что-то тут не так. Ну так-то лучше. Хочется бахнуть. Чисто. Чисто. Грязно. Что делать? Грязно, грязно. Твои подруги, суки, часто ездят за границу. Давай быстрее, они уже приехали. Да, да. Как говорится в программе. Что-то тут не так. О, вот сейчас идеально. Как же скучно. Ну можно же музыку включить. Точно. Ты не представляешь, пока я это все мыла, так устала. Ты не могла мне что-нибудь полегче дать? Твои эти паскуды, устрицы будут. Ну, в принципе, на этом все. Ты хоть что-нибудь по дому сделай. Нафига мне это сдалось? Ну, хотя бы зеркала протри. Фотки в Инстаграм делать. Фотки. Где швабра? Где тряпка? Ну, больно. Блин, ну здесь неровно. Можно, пожалуйста, пилочку? Я все сама сделаю. А можно прям целую коробку с травиков, а? Чтоб все девки отзавидовались на селе. Вообще круто будет. Ложкой снег мешает. Блин, столько много цветов. Давайте красный, хотя мне желтый к лицу будет. Ладно, черный. Хотя... Короче, я сережка-то рассталась. И все, ну он козел, понимаете, он козел. Ездили сегодня на дачу, грядки пололи с картошкой. Сегодня с Юлькой встретились, кстати. Пробок, кстати, с собой есть свежая коровья. Хочешь, я тебе дам?
Девочки, сегодня пришла на маникюр. Позже вам скажу, в какой салон я пришла. Бухты еще сделала. Она так чувствует. Можно мне, чтобы такой же маникюр в точь-точь был? Слушай, может, пофоткаемся? Это классно. Да, давай, давай. Че, Ксюх, сфоткай, чтобы жопа была видна. Че, видно? Вообще, соска, что ты паришься? Я вообще понять не могу. Ну, покажи, покажи, что получилось. Опустим тему жоп. Давай без живота, чтобы было. Ну, че, нормальный живот? Че ты паришься? Вообще худышка. Давай, посмотрим. Ведь я тебе... Ксюх, так, я что, такая жирная, что ли? Жопа не получается, живот мой тоже не получается. Сфоткай ему взгляд, чтобы секси было. Да ты секси. Ты лучше, чем Анджелина Джоли. Чё за... Ну все, тебя пофоткали. Можно теперь меня пофотографировать? Не говори спасибо. Фоткала? Сфоткала. Ну какая она классная. Просто я на вот точно поставлю. Ты классно сегодня пофоткались, да? Да, огонь вообще, не спорю. Стой за бедой. Да ты секси, блин. Анджелина Джоли не стоит. Почему она не стоит на мне? Она не стоит на мне. У Анджелины Джоли не стоит. На меня. Лучше, чем мне забыла тебя. Прям Анджелина Джоли вот просто не стоит. Знаешь, перед тобой и перед тобой. Ёши, пошли мне жопу. Вот это актерская игра. Когда уже не можем заснять один дубль с 30-го раза. Да, блин. А что говорила? Вообще классно, да, пофоткались? Блин, это игра. Блядь, там пиздец, блядь. Она мурала, блядь. Я уже спарилась. Блядь, там пиздец, блядь. Она мурала, блядь. Все, Вероник, я осталась с ним. Мужики такие редкостные, как вы. Я больше никогда не влюблюсь. Все. Ну и правильно. Прикинь, я познакомилась с таким офигенным парнем. И да, он такой няшка, я влюбилась. И он не такой, как все. 20 000. Я тут только для того, чтобы посмотреть. Оно мне не нужно. 20 000. Ладно, не нужно. Ну, блин, нужно. Он такой красивый. Эй, у тебя же месячная зарплата 20 000. Там тройную пушап нужно брать. Макдональдс. Я на диете все равно. Поем дома. Макдональдс. Какой запах. Как вкусно. О, нет. Пончики на завтрак. Пончики. А что у вас самое недорогое? Можем придать форму ногтям. Давайте. Тебе ногти подровнять? Конечно. Маникюр делать будете? Да. А покрытие делать будете? Это модно. Рисовать будете? Конечно. Еще у нас сегодня появилась депиляция. Серьезно? Как раз лето! Алло, привет. Сегодня такая классная тусовка намечается. Вообще офигеешь. Ты с нами? Да не, не могу я ее одну дома оставить. Приезжай ко мне, лучше потусим. Есть что покрепче? Дер, поможешь мне памперс поменять? Там ничего сложного, ты справишься. У тебя малышка, сейчас тебе поменяем памперс. Запах сигар, когда звучит эта музыка вокруг, я краду всех парней и подруг. Вижу, пожрать-то есть что? Да, смотри, вот детское питание есть, печенье. Вот молоко, хочешь, только что сидела. Нет, нет, какой лучше выбрать, это или это? Вот это. Ого, мне уже домой пора. Что так рано? Да блин, уже 7, мне надо Еву еще укладывать. Ну что, пойдем гулять? Какой гулять? 9 утра на дворе, а? Я тусила до 6. На Егора вообще не похож. Ну-ка быстро перестань с ним общаться. Ты что так опускаешь себя, подруга? Отзукшаны. Нет, точно. Блокируй его. Она круче твоей, круче всех. Вот Ксю, если бы мы участвовали, мы победили бы уже давно, а? Да, чмошниц каких-то понабрали, то вообще. Да смотри, точно. А, говори, блин. Ой, выбирай, не выбирай, Вика все равно победит. Какая Вика? Даша победит. Нет. Ты что, охренела? Это похоже, ты охренела. Ну чё, колись, кто тебе розу-то подарил, а? Да мальчик один. В курсе? Если он подарил тебе розу, значит он тебя выбрал, значит он на тебя женится, значит он тебя любит, как Егор, крепенько свою хрустящую. Да, я в курсе. Давай, быстрее заходи. Это сука как Гуч, она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сука модель, три подруги.